четверг заместитель городского головы Юрий Круг поздравил именитую каратистку города Аниту Серегину и президента спортивного клуба «Катана», тренера национальной сборной команды Украины по карате Александра Танкашкура с новыми победами. С 4 по 7 мая в Турции проходил чемпионат Европы по карате среди взрослых. В соревнованиях приняли участие около 500 спортсменов из 44 стран Европы. В женском командном кумите украинская команда, в состав которой вошла и Анита, одержала победу над спортсменами из Македонии, Франции, Австрии и Турции, заняв почетное первое место. С 86 года проводятся командные разделы, и вот впервые за практически за 30 лет наша команда смогла подняться на высшую ступень пьедестала почета. На официальном сайте Всемирной Федерации Карате написали, что сенсацию на чемпионате Европы в Турции принесла команда, сборная команда Украины, которая стала заняла четвертое место общекомандное с результатом 2 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовые медали. Хочу отметить то, что практически все члены сборной команды Украины, они представители каких-то крупных городов, областных центров. И во взрослой командной, команде только одна представительница такого города из областного центра нашего, это Анита. Поэтому я очень этим доволен в том плане, что мы даем таким достижениям хороший ресурс для работы детей, потому что многие не верят в то, что можно подняться наверх, находясь здесь в маленьком городе, там различный потенциал, нет финансирования. Но на самом деле при большом желании, при большой работе все реально. Все реально, и не обязательно это нужно ехать и в Одессу, не обязательно ехать в Киев и так дальше. Главное — это тренер, слева-справа сильная команда, правильная подготовка, желание, а люди, которые готовы участвовать в финансировании, всегда найдутся. Каратистка нашего города Анита Серегина на чемпионате Европы показала достойный результат. Помимо командного золота, Анита завоевала бронзовую медаль. В своей категории спортсменка провела 5 поединков. В первом бою у меня была девочка из Бельгии, я дралась. С ней раньше я встречалась, выигрывала. Я знала, что она не особо сильный спортсмен, но все равно расслабляться не стоило. Мы с тренером подобрали тактику, и с ней был такой, наверное, потому что первый бой тоже был нелегкий, 1-1. И я выигрываю, следующий бой выхожу на девочку из Израиля. С ней я тоже встречалась раньше, тоже выигрывала. И в этот раз я тоже уже ее выиграла. Так складывается, что на чемпионате Европы в основном встречаются все одни и те же спортсменки, поэтому мы уже все друг друга знаем. И третий бой, он был очень важный для меня, потому что в третьем бою я выходила на девочку из Хорватии, которой, к сожалению, последние два раза я и проигрывала. Мы тоже подобрали тактику с тренером, смотрели ее предыдущие поединки, и 2-0 я прошла ее. Следующий бой, это был уже полуфинальный бой, где меня ждала девочка из Франции. Но это лидер нашей категории, потому что они с девочками в команде выиграли чемпионат мира в прошлом году. Она была в финале также в прошлом году на чемпионате мира. И я ей там тоже проиграла. Так сложился бой, что первый балл дали ей. Второй балл я отыграла, но разбила ей нос, и мне дали предупреждение. Да, это такой был переломный момент, и потом я уже начала отыгрываться дальше, но, к сожалению, у меня не получилось. Я проиграла в полуфинале, и уже через день меня ждал поединок за бронзовую медаль с девочкой из Швеции. Вскоре спортсменка начнет подготовку к следующим соревнованиям – Всемирным играм, которые пройдут в Польше с 20 по 30 июля.